всегда была тяга к этому искусству. И когда смотрела записи балетов, восхищалась. Моя задача — раскрыть каждого ребенка как талант. Очень сложно у нас учиться, я скажу правду, очень сложно. То есть в один день может быть и классический урок, и дуэтный, и народно-сценический. Сейчас больше внимания мы будем уделять дуэтным танцам. И мы смотрим, как их лучше показать. Кто этим болеет, кто любит балет, для тех это счастье. Государственная академия хореографии — это всемирно известное учебное заведение. И вся наша жизнь, она связана, конечно, с Большим театром. Наш приоритет в том, что мы готовим артистов балета именно для этого театра. Это наш главный театр. Пассе. И раз, вот, пожалуйста, вывертные пятки. Все начинается с 9 утра. Один класс приходит, у него 2 часа академический классический танец. Другой класс идет на физику, химию. И так выстраивается. Ну, у каждого класса обязательно есть обед. И далее продолжаются вторые дисциплины. Вот сейчас мы берем ручки и записываем тему нашего урока. Мы повторяем с вами все о существительном. Запишите еще раз тему. Имя существительное. Мы находимся на 2-м этаже Московской государственной академии хореографии, где расположены 20 репетиционных залов, 4 из которых больших и 16 маленьких. Здесь проходят занятия и классическим, и дуэтным танцем, народно-сценическим, современным, а также вечером здесь занимается подготовительная группа. Школа из всех школ отличается тем, что здесь очень сильный акцент именно мужскому танцу уделяется. Мужскому жесту, да, мужскому апломбу, прыжку, характеру. Мужчины также должны быть растянуты, но при этом не теряя прыжка. Это задача педагога — укреплять мышцы. Общеобразовательной школы я учился в лицее. С конца 7-го я учусь в Академии хореографии. Отличие в том, что тут с утра до вечера, и когда ты занят в репертуаре, это, конечно, сложно. Кто этим болеет, кто любит балет, для тех это счастье. Репетировать то, что ты занят. Сейчас мы с вами находимся на 3-м этаже. Здесь проходят занятия русским языком, математикой, биологией, зоологией, географией и другими предметами, точно соответствующими общеобразовательной программе российского государства. In your students' books, that's page 20. Из простых предметов у нас есть информатика, но у меня с ней не лады. Литература. Люблю литературу читать. За моей спиной сейчас проходит урок грима. Здравствуйте. Ольга Игоревна Попова. В прошлом солистка театра Станиславского Немировича Данченко, помогает будущим студентам, это студенты первого курса, овладеть, как себя подготовить к выходу на сцену, как правильно нагримироваться, подчеркнуть выразительность глаз,
Да, Артемий у нас как успешно все продвигается. Да, великолепно, Владимир, здравствуйте. Артисты кардебалета и до недавнего времени солисты, женщины, девушки, красились всегда, делали грим сами. Поэтому это занятие, занятие гримом, очень важно для нашей академии. Раз, легче. Два, и три. Плие. Ты не подхватываешь руками, дружочек. Вот он где. Понимаешь? Ты так делаешь. Сокращаешь. Зачем? Широко, понимаешь? По-мужски широко взять. Ну, показывай. И? Ну, лучше еще мало. Еще мало. Свободно. Рам. Пам. Не зажимай руки. У нас каждый год происходит набор детей летом в Московскую академию. И в этом году у нас полноценные два класса мальчиков набраны в первый класс. Это очень хорошо. Говорят о том, что все-таки эта профессия не только женская и мужская. Яночка, ты вставай туда. Кать, не надо с коленами. Не надо. Не надо. Мне жалко тебя. Как, что тебе доктор сказал? Мне сегодня МРТ иду делать. Вот иди делай МРТ. И когда, пока мне вот не скажет доктор, что можно заниматься, пожалуйста, не надо этого делать. Давай побережем себя. Ладно? Давай побережем. Давай. Но прежде всего дети должны быть здоровы. Второе, они должны обладать очень хорошими физическими данными. Это подъем, шаг, вывертность, гибкость, прыжочек. Что-то разрабатывается, а что-то не разрабатывается. Знаете, 21 век, он поменял балетную эстетику. У нас балерины высокие, красивые, худые, с великолепными данными. И дети идут такие же к нам в школу. Держу ногу, держу. Сначала мы начали ходить на подготовительные курсы. Вот. Там нас знакомили с этим искусством. Первые такие азы танца классического. И потом было три тура в эту академию на поступление в первый класс. Я живу в интернате. С первого класса, наверное, поначалу было очень сложно, нет мамы, кто будет мне делать пучок. Скучала, конечно, но потом мы со мной вместе в комнате жили, хорошие девочки, я с ними сдружилась. Вот. А сейчас уже, конечно, я понимаю, что это очень удобно, так как ездить после репетиции вечером, это очень трудно. Сейчас мы с вами находимся на сцене учебного театра нашей Московской государственной академии хореографии. Здесь проходят у нас концерты производственной практики, репетиции к выпускным концертам и другим концертам академии. Эта сцена практически совпадает с размерами сцены Большого театра. Она такая же, как сцена, новая сцена Большого театра по размерам. Мы школа классического балета. У нас есть такая дисциплина, производственная практика, есть своя программа. И где-то уже к первому курсу наши девочки пробуют танцевать вариации из балетов классических. Второй курс – это уже можно начинать готовить по ДД. И третий курс – это уже выпускной концерт, который состоит из того, что приготовят наши педагоги по уровню подготовки наших детей. Сейчас, так как мы предвыпускной курс, много разного репертуара, то сейчас больше внимания мы будем уделять дуэтным танцам. То есть раньше, если мы репетировали по одной вариации или какой-нибудь маленький танец, то сейчас уже будем иметь дело, то есть, с партнером, поддержки. Колени в сторону. Раз. И бедра подняли наверх. И... Сейчас в академии работает более 10 педагогов, бывших артистов Большого театра. Это очень важно. Это мастерство, с которым они приходят в наши стены и учат наших детей. И очень хороший результат. И раз. С дыханием плие. Подъемы. Почему я стал преподавателем? Я учился в этой академии.
И по окончанию академии я закончил институт и получил диплом педагога-репетитора. Далее я был приглашен в труппу Большого театра, где и по сей день работаю, уже 26-й сезон. На три, точно, четко. Раз, два, три, раз, два, три. Работаю педагогом в Московской государственной академии хореографии с 2017 года. В то время я еще активно танцевала в качестве солистки балета Большого театра. Это был мой 21 сезон, когда меня пригласили на работу. И мой первый выпуск в 2017 году. 5 человек, с которыми я преподавала в течение 3 лет, теперь тоже артисты Большого театра. Я хочу для начала закончить академию, хорошо, с пятерками. Хочу, конечно, танцевать именно в Большом театре, потому что, ну, для меня это самый прекрасный, это лучший театр мира, идеал. С 1 по 5 класс мы выступали в Большом театре в маленьких ролях. Там рабчата, амурчики. И как все время стоишь за кулисами, смотришь, восхищаешься. Даже вот какой-нибудь артист кардебалета уже восхищение вызывает, потому что такая работа колоссальная, так отдается зрителю каждый артист. И это очень, очень вдохновляет на работу. Дети ходят на спектакли в Большой театр. Они смотрят, они видят, они общаются. Мы потом вместе обсуждаем. То есть это целая жизнь, понимаете, желание, по крайней мере, зарождается здесь. И задача педагога привлечь и объяснить детям как можно больше, да, что в этой профессии можно купаться. Помни про препрессион перед пройтом. Лицо. И только наверх. Хорошее плие. Плие. Лучше, молодец. Конечно, есть ведущие танцоры, премьеры, и не каждый готов делиться своим опытом, своими как бы секретами для танца. Но Денис Владимирович старается изо всех сил показать нам не только на уроке прыгнуть, но и в видеоформате. И, конечно, ему хочется воспитать артистов балета, а не роботов. Поэтому он просит в каждом движении показывать то, что мы танцуем. Весь искривился. Зачем? Только ноги работают. Только ноги. Корпус не надо трогать. И точно перед собой батман. Перед собой так. Да, левая нога повернулась. Моя задача раскрыть каждого ребенка. Найти в нем какую-то свою изюминку, свою искру и зажечь эту искру. Мы можем разговаривать на любые, да, решать любые проблемы, да, и жизненные, и какие-то. То есть я как папа, можно сказать, для всех. И я пытаюсь найти ту самую гармонию, которая дает возможность детям с удовольствием приходить на мои уроки и заниматься. Для меня это очень важно. Кабриоль, ближе к земле старайтесь носочком чертить. Для меня прежде всего важно, чтобы каждый студент, с которым я занимаюсь, которого я учу, чтобы я понимала и чувствовала, что он любит танцевать, что он не смыслит своей жизни без танца, потому что бывают периоды неудач, период болезней, восстановления после них. И здесь самое главное не пасть духом. Сила воли, дух, терпение должны быть очень сильные. А это все подпитывается прежде всего любовью к своей профессии. Приготовились. Рам-пам, рам-пам, рам-пам. Говорит наш педагог. Сначала ремень, пряники будут. Сказать то, что все строгие, нет. Есть педагоги, ну, с разными методами преподавания. Самое главное, что есть пряники. Вот. Все, достаточно на сегодня.